Иордань в историческом месте. Еще одну купель к крещению для православных тюменцев открыли у стен Свято-Троицкого монастыря. Последний раз в великий праздник горожане могли искупаться в этой части Туры только до революции. Но традицию решили возродить. Сегодня там осветил воду митрополит Тобольский и тюменский Димитрий. После этого все православные могут купаться в Иордане. Там сделана одна купальня, есть места для переодевания. Также тюменцы смогут набрать воду. Мы освятили нашу реку великим чином освящения святой воды. И отныне вот эта река – великая гиасма, великая святыня. Она как бы принимает благодатную силу святой реки Иордан, которую освятил своим вхождением сам Господь наш Иисус Христос. Но я так скажу, что и на привычном месте в Заречном микрорайоне также будет освящение воды, также можно прийти, почерпать воду.